Ну, друзья, добрый вечер. Давно я не читал открытых лекций. Надо будет к вам привыкнуть, к такому большому количеству людей, вдруг собравшихся на нерегулярную лекцию. Это разные вещи, читать лекции открытые, читать лекции регулярно. У нашего сегодняшнего разговора есть одна особенность. Мы же собрались в необычный день. Даже уже почти в необычную ночь. Вот она, в общем-то, уже началась, если идти по солнцу. Начался Йоль. Началась самая длинная ночь в году. Но она не одна, понятно, что их там несколько. И поэтому разговор наш с вами, он будет именно посвящен солнцу. В чем особенность такого разговора? Особенность заключается в том, что это не рассказ о какой-то одной религиозной системе. Это не рассказ о какой-то одной культуре. И в этом смысле это разговор трудный, потому что я буду прыгать с одного религиозного пространства на другое. Чтобы как бы пояснить, что же такое солнце. И в принципе надо вам сказать, что идея, которую посвящена эта лекция, ее можно было бы изложить очень коротко. Вот прям буквально, я думаю, в 2-3 абзацах. Но тогда бы она была непонятна. И поэтому, чтобы ее как-то показать, развернуть, чтобы у вас сложилось некоторое об этом представление, я буду сегодня много читать. Ведь у меня здесь 20 страниц текстов. Не знаю, что я успею прочесть из этого. Но надеюсь, что все. Вот, времени у нас с вами только до 9 вечера, мне сказали. Поэтому в любом случае... Уж совсем в ночь мы так или иначе не уйдем с вами, не провалимся. Но так как мы собрались в Институте литературного творчества, я, как ни странно, начну с того, что я буду вам читать из Терри Пратчетта. Во-первых, все-таки это Новый год. Ну, он уже совсем скоро, уже Рождество, все, уже началось, понимаете. Все эти дни, они, вот сейчас они начались. Это вот эти все календарные условности, работаем в такие-то дни, не работаем в такие-то дни, это все условности. А если идти за логикой древних, а сегодня мы пойдем с вами за логикой древних, за логикой тех людей, которые все это осмыслили и сделали, то в общем все началось уже сейчас, вот сейчас уже начало. Вот. Но в принципе этот праздник сам по себе, эти дни, они одновременно и устрашающие, и очень радостные, и веселые. Мне кажется, Терри Пратчетт со своим Санта-Хрякусом вот, отлично подойдет для начала. А почему еще он? Вообще, почему? Я никогда не воспринимал Терри Пратчетта всерьез, надо вам сказать. Для меня он... Ну, он веселый, конечно, здорово. Но какие-то другие писатели, фантасты, ну, если фантасты, если так можно назвать, вот, ну, мне были там любопытнее, чем Пратчетт. Но в его романе «Санта-Хрякус» когда-то, когда я его вот осилил, я нашел очень любопытную вещь. Пратчетт, ну, видимо, был человеком образованным, и он дает несколько фрагментов, где его герои по ходу вот этого романа «Санта-Хрякус», они обсуждают, что же происходит. А я вам напомню, о чем там идет речь, если вы вдруг не читали. Речь идет о том, что исчезает, ну, он его называет Санта-Хрякус, понятно, что это Санта-Клаус. Вот, и вот он исчезает, его нет, его нет. И тогда смерть решает его заменить. Она переодевается в ложную бороду, в красный костюм, говорит йо-хо-хо и начинает пытаться с одной стороны развозить подарки, а с другой стороны вернуть этого Санта. Санту назад, чтобы Санта был. И вот эти вот собеседники, вот эти вот спутники смерти в этом романе, они периодически пытаются у этой смерти выспросить, почему же так важно, чтобы Санта был? Что в этом такого? Что вообще произойдет, если вдруг Санты не будет? И вот от лица разных героев, где-то это говорит Ворон, где-то это говорит сама смерть, вот, безусловно, с прекрасным юмором, ну, таким пратчетовским, прекрасным пратчетовским юмором, раскрывается очень любопытная перспектива, и начну я с нее.
Поэтому вот я не поленился, я из всего романа собрал две страницы этих цитат, а так как вы пришли сюда, вы будете вынуждены это слушать. Итак, сначала диалог барышни по имени Сьюзен, одной из героинь главных, и ворона. «Всем известно, — говорит она, — Санта-Хрякус — веселый толстяк, который раздает подарки детям». «Ворон, — ей отвечаю, — сейчас да, но не раньше. Сама знаешь, как бывает, — сказал ворон, — ну типа курсов переквалификации. Даже боги вынуждены шагать в ногу со временем. Возможно, несколько тысяч лет назад он был совсем другим. А что и что, вполне понятно. Тогда и чулок-то никто не носил. Вероятно, он был обычным зимним демо... Ну, я не помню, как там их обычно зовут. Никак не могу запомнить. Всякое разное. Кровь на снегу, заставлял вставать солнце. Все началось, кажется, с жертвоприношения животных. Нужно было загнать насмерть огромное мохнатое животное. Знаешь, в Овцепикских горах до сих пор живут люди, которые на свечельник неизменно убивают кролька. Кролька? Почему именно его? Ну, понятия не имею. Так или иначе, потом все опустилось до уровня религии и начались обряды, весь смысл которых, к сожалению, состоял в том, чтобы найти у себя в похлебке особый боб. «Ого!» – тогда говорили все. «Да ты же король, дружище!» А бедняга, в чей суп подложили эту гадость, думал, ну надо же, король, как удачненько все обернулось. Только уже в следующий момент бедняга удирал по снегу, а за ним мчались его бывшие дружки со священными серпами в руках, чтобы земля ожила, а снег отступил. Еще один небольшой диалог. Смерть говорит. Кто-то должен был заменить Санта-Хрякус. Это было жизненно необходимо. Бога должны видеть, в Бога должны верить. До рассвета вера в Санта-Хрякуса должна возродиться. Зачем? Чтобы солнце взошло. Это волшебство настолько древнее, что практически перестало быть волшебством. Но какой простой способ заставить миллионы детей перестать верить в Санта-Хрякуса? Ты должна вернуть Санта-Хрякуса. Зачем? Ради мира, доброй воли и звона волшебных бубенцов? Да всем наплевать. Он просто старый толстый клоун, который заставляет людей веселиться в Рождество. И я пережила все это ради какого-то старика, который лазит по детским спальням? Резонный вопрос. Нет. Ты пережила все это ради того, чтобы солнце взошло. Но при чем тут Санта-Клаус и астрономия? Старые боги, говорит смерть, подстраиваются под требования времени. И, наконец, в самом конце, когда они уже находят этого Санта-Хрякуса, то Сьюзен, ну, вот эта героиня, до Сьюзен донесся быстро удаляющийся жалобный вой. Кабан лежал, а Санта-Хрякус, он предстает в виде кабана. Когда они его находят, он кабан. Это, кстати, не просто так. Пратчетт прекрасно был знаком, судя по всему, с народными скандинавскими поверьями насчет Йоля. Вы знаете, что на кабане голове на Йоль дается клятва. Кабан – животное Фрейра, скандинавского бога Фрейра. Вот. И поэтому у Санта-Хрякуса не просто так свиной вид. На самом... Здесь вообще все не просто так написано. До Сьюзен донесся быстро удаляющийся жалобный вой. Кабан лежал на покрасневшем от крови снегу. Она опустилась рядом со зверем и попыталась поднять его голову. Он был мертв. Глаза закатились, язык вывалился изо рта. Сьюзен почувствовала, как рыдания подступают к горлу. Крошечная ее часть, так называемая внутренняя няня, в полголоса твердила, мол, виной всему, конечно, усталость, возбуждение и приток адреналина. Ну, в самом же деле, ну, нельзя плакать над мертвой свиньей. Но другая часть Сьюзен отчаянно колотила кулаками по кабаньему боку. «Нет, ты не можешь умереть. Мы же тебя спасли, ты не должен был умереть». Поднялся ветер. Что-то зашевелилось под снегом. Ветви древних деревьев вздрогнули, сбросив с себя крошечные иглы льда. Взошло солнце. Послышался стон. На снегу, где только что умирал кабан, лежал мужчина. Он был голым, если не считать набедренной повязки и чьей-то шкуры. Волосы были длинными, сплетенными на затылке в косичку. Так сильно пропитались кровью и потом, что стали похожи на войлок. К
Кровь текла из нанесенных псами ран. Тело мужчины было сплошь покрыто татуировками. Синие завитки и спирали ярко проступали сквозь залившую кровь кожу. Татуированный человек вдруг поперхнулся. Он выскользнул из ее объятий, рухнул на колени в снег и, судорожно разевая рот, схватился за горло. Дыхание с хрипом вырывалось из его груди. «Ну что еще? В чем дело? Эй!» Он закатил глаза и снова схватился за горло. «Ты подавился, что ли?» Сьюзан изо всех сил хлопнула его по спине. Стоя на коленях и опираясь о снег руками, мужчина жадно ловил ртом воздух. Тогда она просунула руки ему под мышки, опять приподняла и, крепко охватив за пояс, «О, боги, как же это делается? Меня же учили. Кажется, нужно сжать одну руку в кулак, другую положить на нее, сильно нажать, дернуть вверх», и мужчина закашлял. Что-то отскочило от дерева и упало на ледяную корку сугроба. Сьюзан присела, чтобы получше рассмотреть, что выскочило из горла. Это был маленький Боб. Когда она снова опустила взгляд, мужчина уже изменился. На нем появился меховой тулуп со штанами, меховая шапка и меховые сапоги. Он опирался на копье с каменным наконечником и выглядел куда увереннее. Потом меха исчезли, человек постарел, но глаза его остались прежними. Теперь он уже был одет в белую толстую рясу и больше походил на какого-то жреца. И тут она поняла, она ошибалась. Думая, будто человек перед ней меняется так, словно перелистываются картинки. Нет, все образы существовали в нем одновременно, и многие другие тоже, и его облик зависел от того, как на него смотреть. Потом Санта-Хрякус забрался в сани. За последние несколько шагов он сильно располнел. Сейчас в санях сидел толстый старик в красном тулупе, усеянном яркими, блестящими кристалликами льда. И лишь прищурившись и очень внимательно присмотревшись, можно было разглядеть легкие намеки на щетину и клыки. Поерзав на скамейке, он вдруг сунул руку куда-то вниз и извлек под себя фальшивую бороду. Вот Терри Пратчетт описывает это вот так. И надо вам сказать, что он описывает это очень, очень содержательно относительно того, о чем мы сегодня будем говорить. Понимаете, в чем дело? У него переплетается вся эта легенда. Этот самый Санта-Клаус оказывается древним богом. Тем самым корольком, мужичком, которому попался несчастный Боб, и за которым потом бежали с серпами. Это оказывается один и тот же. Потому что этот мальчик, который выплюнул Боб, он и есть этот Санта-Клаус. И он должен был умереть. Пратчетт хитер. Он должен был умереть. И он умер. Он это подчеркивает, он умер. Он и есть этот бобовый король, который должен был быть принесен в жертву, чтобы солнце встало. Вот это важно. И там в самом конце они со смертью разговаривают. Что, говорит, ты правда хочешь сказать, что если бы он не вернулся, то солнце бы не встало? И смерть говорит, нет, не встало бы. Я вообще, говорит, не шучу никогда. Не встало бы солнце, и все. Вот. Но теперь боги, старые боги, что хочет сказать Пратчетт, они идут в ногу со временем, уже в них никто не верит. И поэтому они вынуждены превратиться в Санта-Клауса и теперь приносить в жертву в виде подарков на Новый год и Рождество деткам. Эти подарки нужны, чтобы солнце встало. Пратчетт здесь в такой ироничной форме действительно, по сути дела, рассказал историю праздника Рождества. Вы знаете, что Рождество – это один из самых нехристианских праздников. Почему нехристианских? Ну, потому что первые 3,5 века Рождество вообще не праздновалось христианами. Оно начало праздноваться только в 4 веке. Когда встал вопрос о том, а когда же его праздновать, стало понятно, что никто не знает, когда родился Христос. Из тех реалий, которые описаны в Библии, непонятно, когда он родился. Но выбрали дату. Дату, которая была удобна всем, и, главное, была символической. Так Рождество совпало, по сути своей, с праздником зимнего солнцеворота. Вот. Но вернемся туда, вот к этой логике, которая, она нам просто сейчас будет важна. Понимаете, он должен был умереть. И если бы этого не произошло, сейчас вместо смерти дарятся подарки. Но если бы этого не произошло, то солнце бы не встало. Он в такой, знаете, ироничной, я бы сказал, квази-рождественской сказке
касается самых древних вообще интуиций религиозного человека. Мир стоит на жертве. Это принципиально. В прямом смысле на ней стоит, не в переносном. И солнце действительно не встанет, если жертва не будет принесена. Почему? Потому что все началось с жертвы. Послушайте. С жертвы все началось. Это Ригведа, гимн, фрагмент. Гимн, я сразу предупреждаю, и тех, кто, если это будет слушать в дальнейшем, и вас, что я позволил себе выкидывать куски, сокращая, слепливая, чтобы просто сокращать объемы цитирования. Когда боги предприняли жертвоприношение с Пурушей, как с жертвенным даром, Пуруша – это человек, древний человек. Его как жертву кропили на жертвенной соломе. Пурушу, рожденного в начале, его принесли себе в жертву боги. Из этой жертвы, полностью принесенной, было собрано кропчатое жертвенное масло. Он сделал из него животных. Из этой жертвы, полностью принесенной, родились гимны и напевы. Стихотворные размеры родились из нее. Ритуальные формулы из нее родились. Из нее родились кони и все те животные, у которых два ряда зубов. Быки родились из нее. Из нее родились козы и овцы. Когда Пурушу расчленяли, его род стал брахманом, то есть кастой священников в Индии. Его руки сделались раджани, то есть кастой варны воинов и правителей. Его бедра – это вайшья, то есть варна свободных людей. Из ног родился шудра, то есть варна, ну если хотите, каста слуг, рабов. Луна из его духа родилась, из глаза родилось солнце. Из уст Индра и Агни, из дыхания родился ветер, из пупа возникло воздушное пространство, из головы развилось небо, из ног земля, стороны света из уха. Так они устроили миры, так жертвую боги пожертвовали жертве. И вот это первое жертвоприношение. Оно, безусловно, такого ведийского толка. И его мы можем встретить немножко под другим видом, ну и в других религиях. Точно так же в Древней Скандинавии, в Эдде, мы находим предание о том, точно так же, о том, как точно так же был принесен в жертву древний Имир, и из его тела получился мир. В Голубиной книге, это такое полуязыческое, полуапокрифическое 16 приблизительно века славянское повествование, в нем точно так же говорится, только естественно уже о Христе, как об этом древнем полубоге, получеловеке, вот этом древнем Пуруше, и точно так же говорится, что зубы Христа – это горы, по-моему, волосы его – это там что-то еще. То есть вот эта идея, как минимум для индоевропейцев, она была одной из самых расхожих идей, что все появилось в результате жертвоприношения. И поэтому жертвоприношение должно быть повторено, иначе мир погибнет. И в Шатапатха Брахмане, это один из тоже индийских текстов, мы читаем: «Тот, кто совершает жертву, тот, кто приносит жертвоприношение, поддерживает все это». Ну, то есть все это вокруг. И вот мы с вами в переломной точке. Точке, которая бывает раз в году. Солнечный цикл не лунный цикл. Солнечный цикл сложнее, объемнее. Он труднее дается для человека. Но при этом зато и легче ощущается. Все мы с вами, вот сейчас солнца нету, и все мы с вами в тоске. И единственное, что нас греет, это вот елочка и распродажа. Вот. Нам нужно ответить на несколько вопросов. Это как бы вводное слово, которое я хотел сказать, я сказал. Теперь нужно ответить на несколько вопросов. Что такое солнце? То есть, как оно воспринималось древним человеком? Не нами, а вот именно древним человеком. Это первый вопрос. И о нем я буду какое-то время говорить. Второй вопрос, где оно сейчас? Его нет. Его нет в прямом смысле этого слова, потому что ночь наступила.
его нет, потому что это самая короткая, самый короткий день и самая длинная ночь. Вот, то есть оно как бы мертво сегодня, понимаете, оно не здесь, не в этом мире. Вот где оно? Ну и, наконец, третий вопрос. Что сулит его возвращение? Вот об этих вещах мы и будем говорить. В принципе, начнем, естественно, с первого. Когда-то в истории религий считалось, что культ Солнца известен чуть ли не всем народу. И, в принципе, это не такая большая ошибка. Действительно, в той или иной форме солярные культы и вот это вот внимание, которое уделялось человеком Солнцу, оно универсально. Но со временем уже Джеймс Джордж Фрезер пишет, что, скажем, в Африке, в Австралии, в Полинезии, в Меланезии, в Северной и Южной Америке, за несколькими исключениями, например, за исключением Перу, культ Солнца не настолько, и значение Солнца было не настолько важно. Но это все относительно. Сегодня я вам назову как минимум несколько областей, где с Солнцем также связаны более или менее универсальные поверья. Давно, опять-таки, в религиоведении было принято, ну, это обратили внимание, отмечать некоторый второй план небесных богов. Что вот в разных пантеонах разных религий есть как бы высший план богов, это боги неба. Скажем, шумерский Ан, позднее аккадский Ану. Или в Ригведе это, конечно, Диаус, небо, само небо. Слово, как вы знаете, многие родственное целому ряду, ну, например, Диаус, которого называют в Ригведе Диаус Питер, это, конечно, Юпитер, это Юпитер римский, ну и так далее. У него много параллелей. Это и скандинавский Тюр, который чуть в постарше немецком называется Циу или Тиу, тот же самый. Вот, это и Зевс. В общем-то, это в общем однокоренные слова. Так вот, что этот самый как бы небесный бог в разных традициях, да, ну в Греции, естественно, Зевс это однокоренное слово, но настоящим небесным богом является, конечно, Уран в Греции. Тут тоже надо понимать просто. Так вот, что этот небесный бог, он как бы несколько теплоохладен к миру. Он не особо участвует в его жизни. Вспомните Урана. Ну что он сделал? Ну зачал. Ну бывает. Вот, но сказать, что он сильно участвует в происходящем вокруг, нельзя. Это скорее боги помладше, они там, да, суетятся, что-то делают, а он нет. То же самое и, скажем, Ан, шумерский Ан. Этих богов даже стали называть богами отдыхающими. Deus Atios, то есть богами, которые как бы не вмешиваются в дела мира. Аналогичную фигуру можно встретить у многих неписьменных народов. Такое вот небесное существо, некий герой, который создал мир, который научил людей, ну там, ремеслам, а потом по каким-то причинам от этого мира удалился и больше в нем не участвует. И вот, как бы на смену, грубо говоря, ему, есть вот этот солярный персонаж, солярный герой, солярный бог, который предстает в облике Солнца, который, наоборот, активен. Он связан непосредственно вот с жизнью, с витальностью этого мира. Он дает жизнь, и в этом смысле участие Солнца в жизни, оно вот непосредственно. Мир Челяды когда-то даже писал, он говорил, что все это, разумеется, связано с растительностью. Можно даже утверждать, что боги растительности обнаруживают присутствие солярных атрибутов в той мере, в какой растительные элементы, их структуры фигурируют в мифах, связанных с божественной верховной властью и в соответствующих мистических представлениях. Это очень известная точка зрения, но я бы хотел вам показать ее немножко несостоятельность. В чем? Если вы не поняли, что говорит Илиада, он говорит очень просто. Люди стали выращивать пищу. Для всех очевидно, что без солнца пища не растет. С большим как бы втягиванием человечества в процесс взращивания пищи
все больше и больше нарастала вот эта вот солярная роль, то есть роль солнца. Короче говоря, чем больше людям нужно было кушать, вот, тем больше они почитали солнце, потому что если оно не взойдет, то действительно урожая не будет. Но надо вам сказать, что, на мой взгляд, связь солнца с аграрными культами, вообще с растительностью, это только одна сторона. Это даже не суть, это не соль. Это грань. Безусловно, никто не будет спорить, что солнце играет важнейшую роль вот именно в плодородии земли, в его сакрализации, в освящении этого плодородия. Вот. И, естественно, в ритуалах, связанных с этим плодородием. Здесь никто не спорит. Но все началось гораздо раньше. Когда вообще человек обращает внимание на солнце? Вот когда можно сказать, что солнце вошло в его жизнь? Впервые, наверное, об этом можно говорить, во всяком случае так считают часть исследователей сегодня, уже в контексте среднего палеолита, уже, как ни странно, друзья, в контексте неандертальца. В 1908 году впервые на тот момент Отто Гаузер нашел первое захоронение неандертальца. Именно захоронение. Не просто кости. Кости находили и до этого. Это не проблема. Кости неандертальца, знаешь, где искать, найдешь. Вот. Но речь идет именно о том, что захоронение, то есть он нашел умышленную ингумацию, то есть совершенно вот... Что же он нашел? Юноша 16-20 лет под скальным навесом в специально откопанной неглубокой могиле где-то 35-40 сантиметров. Значит, тело юноши было аккуратно положено на правый бок, голова покоилась на ладони, согнутой в локте, левая рука была вытянута вперед, ноги согнуты в коленях. Иными словами, он лежал в положении сна. Вот так, на каменной, как бы на каменной подушке, вот такой, сжав, поджав ноги. У головы были положены кремневые камни, вокруг тела и под рукой несколько кремневых орудий, жареные куски мяса. Ну, разумеется, об этом, от этого дошли только обгоревшие кости. Ну, понятно, это было много и с этим связано веселых историй. Те, кто из вас у меня, а я вижу, что среди вас есть те, кто у меня учился, и даже слушали лекции по каменному веку, вы помните, что были скептики, которые говорили, да нет, ну, конечно, неандертальцу просто было лениво как бы копать большую могилу, и поэтому он согнул мертвеца поменьше, чтобы копать не глубоко и не очень широко. Вот, а все эти кремневые орудия, это просто кто-то шел, обронил, и жареные куски мяса тоже обронил. Вот, но вся штука в том, что уже к началу, к 50-м годам, уже к 50-м годам, было найдено около, 6, было 68 захоронений найдено, и в них 150 неандертальцев. К концу 20 века численность перевалила за 200, уже подкатывает к 300. И во всех этих захоронениях, ну что здесь, понимаете, ну можно много. Кто-то говорит, что, понимаете, вот ну неандерталец, он закопал на самом деле, чтобы не воняло. Из гигиенических соображений, понимаете. Ну не мог, ну неандерталец же был еще полуобезьяной. Ну какая религия, какие захоронения, о чем вы говорите? Вот, но в том-то все и дело, что все, конечно, не так просто. Если бы нужно было, чтобы не воняло, можно было со скалы сбросить. И вообще не копать. Особенно, если копать было лениво. Зачем вообще копать? Какой смысл? Вот. Но дело в том, что во многих захоронениях мы видим вот эту типажность. Мы видим, что везде, ну не везде, но во многих захоронениях поза сна, либо еще, как скажем, в иранском загросе, поза там эмбриона. Вот. Есть предметы, даже цветы в могилу клали неандертальцам. Мы сегодня носим цветы на могилу мертвым. Вот, и думаем, что это мы такие умные придумали. Ну или как минимум там хотя бы там славяне придумали. Хо-хо, славяне. Вот, уже неандерталец носил цветы на могилу, а вы говорите. Вот, но есть еще одна важная особенность. Многие тела расположены по оси восток-запад. И это можно найти даже просто банально в археологическом справочнике Ламберта.
Это не какая-то тайна, в этом ничего изысканного нету. Но что важно, что если человек клал своих мертвых по оси восток-запад, по этой оси, как вы понимаете, проходит только одно значимое событие. Это Солнце. Вот, только оно. Вот, и что здесь важно? Что важно? Да, и еще по поводу, у неандерталец выкладывал такие камнями, выкладывал круги. Найдено несколько неандертальских святилищ, в которых из камнями выложены круги. Ну, например, это знаменитый череп в кругу камней пещеры Черчел. Вот. Тоже, в общем, ну, круг менее, ось восток-запад более определенный, круг менее определенный. Но, тем не менее, ряд ученых считает, что это тоже солярный символ, именно солнечный. В верхнем палеолите, то есть уже у кроманьонца, у человека нашего вида, в могилах регулярно встречаются диск, такой предмет. Диск, он может быть один, их даже бывает кладут несколько. Он сделан либо из кости, точеный такой из кости, либо из глины. Ну и в целом в живописи верхнего палеолита, а вы помните, что именно в верхнем палеолите человек начал рисовать. Неандерталец пытался что-то такое делать, но это все были какие-то невразумительно. А вот живопись верхнего палеолита, это уже очень существенно. Вот, и вот в живописи верхнего палеолита мы видим изображение кругов. Внутрь этого круга вписан либо человек, либо животное. Вот, оно такое дело. Ну, например, это копьевидные костяные изделия из тюрица. Вот, сплошь покрыты резным орнаментом, из кругов, то есть там прям круг, вот напоминающими движение солнца. Значит, фигуры на костяных дисках из ложа Риба и другие аналогичные, где вот тоже в круг изображен. Понимаете, конечно, человек не писал. Я говорю, там человек того времени не писал, мы все это можем только угадывать. Только угадывать. Но все это похоже на солнце. Что здесь важно? Важно то, что земледелия не было. В палеолите не было земледелия. Нечего было взращивать. Человек палеолита был охотник. Соответственно, солнце не могло его привлечь, как податель, вот, я не знаю, зерна. Он не ел зерно. Вот. Почему же? Что же он увидел в солнце? Ну, в солнце он увидел жизнь. Жизнь в ее более широком аспекте. Не в таком зауженном, не в желудочном аспекте, а в более широком. Именно поэтому своих мертвых, судя по всему, он отдавал на поруку солнцу. А дальше еще интереснее. Когда человечество уже переходит к земледелию вполне, начинается эпоха неолита. Вот, много что можно об этом рассказать, но просто, знаете, ну как можно рассказывать о солнце и не упомянуть Стоунхендж? Ну это же просто дурной тон, это же не камильфо. И вот все вы знаете, что эпоха неолита в Европе выдалась на очень странный тип культовых построек. Вообще, если серьезно, период Европы между 6 и 3 тысячелетием до новой эры, это время вот этого вот европейского неолита, оно оставило о себе след в виде мегалитических построек. И вы помните, что это такое? Это высокие камни, которые в высоту в среднем 2-4 метра. Но среди них попадаются гиганты до 25 метров, которые стоят по Европе, туда вплоть до Скандинавии. Куча их в Англии, есть во Франции немало. Вот, вертикальные камни. Во Франции есть места, где, проезжая на поезде, глядя из окошка, они кажутся частью ландшафта, только одно непонятно, вообще-то поле. И откуда взялись камни, непонятно. Ну, не выросли же они из земли, никакой скалы нету. Вот. Это менгиры, так называемые. Второй тип мегалитической постройки, вы помните, это дольмены. Это гробницы. Дольмены, которые тоже встречаются не только в Европе, а вплоть до, там, до, не туда же, до Краснодарского края. Вот. Их много, этих дольменов. Единственное, только они на территории России помельче. Дольмены на территории, скажем, Ирландии,
они значительно более громоздкие. Вот. Ну и, конечно, еще один тип мегалитической постройки – это кромлихи. Это вот как раз то, чем является Стоунхендж. Это вертикально врытые камни, которые выставлялись кругом. Выставлялись кругом, и в центре полагался алтарь. А, вот в живописи, да, что примечательного здесь? Примечательно одно, и самое для нас важное, что от людей, которые жили между 6-м и 3-м тысячелетием, ничего другого-то не дошло, по большому счету. Понимаете, ни особняков, ни торговых центров. Вот от греков уже дошли вполне, и от римлян дошли. И то, и другое причем. Вот, а вот от этих нет. Дошли только культовые постройки, дошли только вот эти вот странные святилища. Вот, огромные камни, и которые до сих пор, вот специалисты, которые занимаются мегалитом, они даже не очень понимают, как это все было построено-то. Сложно очень, очень трудоемко. Один маленький какой-нибудь менгирчик, да его перетащить, это же... В 70-х годах ЮНЕСКО ставило эксперимент. Пытались поставить менгир по технологиям вот именно того времени. Вот, запрягли 200 мужиков, 40 быков. Вот, собрали и потащили. Не самый большой менгир, мягко говоря. Что-то они его сдвинули на 400 метров, по-моему. Вот, а так, между прочим, некоторые из этих камней, ну, например, камни для Стоунхенджа, их переносили на расстояниях, ну, где-то 250 километров. Если вы были и видели Стоунхендж, вы понимаете, что такое этот камень и каково его тащить 250 километров. Из Вельса, а не из Вельса. Вот, такая серо-голубая гранитная порода, очень любопытная. Это же не мегаполис, понимаете? Это не то, что вот сейчас выйдет мэр города Москвы и скажет: друзья, давайте камень перенесем за 250 километров. Ну вот так, ради России. И все скажут: пошли. И вот соберется 15 миллионов человек, впрягутся в камень. Ну, конечно, он как по маслу поедет. Что уж тут говорить. Прям пушинкой пойдет. Здесь нельзя забывать, что между 6-м и 3-м тысячелетием самое максимальное поселение это было 500 человек. Самое максимальное. А вообще-то поселения были в пределах 3-4 семей. Ну, крупных семей. Ну, то есть это до сотни. До сотни. Вот. То есть это все очень трудоемкие вещи. Очень трудоемкие вещи. Я не просто так вам это рассказываю, это важно. Так вот, уже на этих мегалитических памятниках мы все время встречаем изображение солнца. Это дольмен, ну, например, просто я как примеры, чтобы не быть голословным, называю их, если кто-то захочет и заинтересуется. Грани де Тенинуэлы. В Бочиньете мегалитический рисунок человека с огромными вот так вот руками. Он стоит, и у него руки как два солнца, вот так вот он держит две руки как два солнца. Испанский. Подобные рисунки будут совершенно нормативными уже ко второму тысячелетию в Швеции. И сомнений никаких нет, изображается солнце. Большинство галерейных курганов, галерейных гробниц, которые есть в эпоху мегалита, они ориентируются только на две точки. На две точки. Это место восхода солнца или место восхода луны в день зимнего солнцеворота. То есть вот на сейчас. Вот. Вы понимаете, что солнце движется не только так, но оно еще и так движется. Вот. И поэтому вот этот восход солнца на солнцеворот, он задает определенный, ну, фактически это градус, вектор. То есть солнечный луч ложится определенным образом. И вот именно на эту сторону выходами строились эти гробницы. И понятно почему. Вот, в принципе, мы уже это понимаем. Понятно, что после полугода умирания солнца, после вот этого вот угасания света, после усиления ночи, после вот этого накатываемого, ну вот оно накатывает, пусть это будет тоска, неважно, каким словом это назвать, вот, солнце повернет на лето.
Да, все еще вот, понимаете, завтра после Нового года уже все. Вот, но ничего не изменится. То есть даже день-то сильно не увеличится. Но на самом деле, вот для человека с чуйкой уже поменяется все. Вот. Так что именно на этот день. С Луной все сложнее. Почему Луна? Здесь непонятно. Возможно, это связано с идеей Луны как солнца мертвых. Встречается такое словосочетание и предание о том, что Луна это на самом деле солнце мертвых. Ну, может быть. Может быть, это связано с тем, что Луна тогда уже почиталась как богиня. Ну, в смысле, как тоже не сама как богиня, но как некая, ну, пусть это будет символ, пока сейчас поймем. Вот, может быть, с этим. Ну, сложно, я не до конца ясно. Ну и сами кромлихи. Понятно, что это Солнце. И вы знаете, что если взять Стоунхендж, надо вам сказать, что, конечно, Стоунхендж это только один из кромлихов. Даже не самый большой, кстати, в объеме. Он лучше всего сохранившийся и очень аккуратно сделанный. Остальные грубее, но тем не менее, они даже больше размером. Это и Вудхендж, это Эйвбюри, Аминхолл. Эбела. Вот, это, ну и, конечно, это Солсберийский, Уилширский Стоунхендж. Вокруг Стоунхенджа, кстати, очень много, явно, это даже видно просто при фотосъемке сверху, очень много, на несколько сотен метров, каких-то было земляных сооружений. Вокруг Стоунхенджа сгруппированы древние захоронения. Это тоже любопытный момент, археологами обнаруженный, что просто, ну вот количество, концентрация захоронений на квадратный метр к Стоунхенджу, чем ближе к Стоунхенджу, она вот увеличивается. Вы видите, то есть снова нужно было мертвого вот туда, к Солнцу, его нужно было ближе к Солнцу. Понимаете, есть такое мнение, ну вот есть такие ученые, которые так считают, что Стоунхендж был построен для того, чтобы наблюдать за звездами. Стоунхендж строился почти 3000 лет, в три этапа, начиная с конца 6-го тысячелетия и до 3-го тысячелетия. Мне все время хочется спросить, это же какая у людей была тяга наблюдать за звездами, что они 3000 лет сохранили эту идею. Вот мы что-то не можем на протяжении 5 лет ее сохранить. Вот у нас все меняется за один век с ног на голову, а здесь 3000 лет они хотели наблюдать за звездами. Второй вопрос. Если так нужно было именно наблюдать за звездами, почему нельзя было сделать из дерева? Это было бы быстрее, точнее. Из дерева было бы точнее. А главное, гораздо практичнее. Ну, сделал и наблюдай. Когда говорят, что Стоунхендж был построен для того, чтобы на английских полях всходил хороший урожай. 3000 лет. Это очень долго ждать урожая. Ну, просто долго. Я понимаю, что я не объясню своим детям, зачем им таскать камни, чтобы у их пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуков был-таки хороший урожай. То есть цель, с которой строились эти вещи, они не связаны, они настолько растянуты во времени и настолько трудоемкие, судя по подсчетам, ну просто необходимо, чтобы построить вот это, нужно были соборные, простите, усилия огромного количества людей вокруг. Что вот эти вот посюсторонние, какие-то такие, вот такие вот, то, что человека вот увлекает обычно, но это не объяснение совсем. Вот, и вот это в каменном веке. И опять-таки вы видите с аграрностью, именно с аграрностью. Это если и связано, то только очень косвенно. Очень косвенно. Человек каменного века не пишет. Сейчас мы с вами перейдем к тем, кто пишет, и у нас будет возможность послушать о том, что же говорят про это солнце. Но есть еще, я не мог удержаться. Я, к сожалению, не нашел один. У меня был хороший сборник, но он остался на другой квартире. Сборник шаманских песен, где о солнце очень много тоже. Но я, к сожалению, нашел маленький кусочек, и сейчас это такая древняя молитва, которую Анна Смолик в 1972 году записала у нанайцев наших.
У них его называют Акпан. Акпан – это солнце и одновременно высшее божество. Восходящее солнце, восходящий Акпан. Дай нам хорошего здоровья, хорошей жизни. Помилуй нас, чтобы было хорошо нам, восходящее солнце. Свети мне в лицо лучами своими. Помилуй нас, восходящее солнце, восходящий Акпан. Ну, не очень многословно. Но, тем не менее, дальше будет многословнее. И вот человек начинает писать. Вы понимаете, что ананайцы ничего не пишут. Тут еще есть нюанс. Почему я их сюда прилепил, к каменному веку? Ну, потому что просто они ничего не пишут. Как и все неписьменные народы, они потому и не письменные, что письменности у них нет. А вот человек начинает писать в 4-м тысячелетии до новой эры, где-то со второй половины 4-го тысячелетия, шумеры с 3400 года, древнейшие надписи, египтяне с 3150, или, ну, приблизительно так. Вот в 3-м тысячелетии человек уже пишет. И вот он пишет, естественно. Куда же, какой же разговор о солнце без древнего Египта? Папирус Булак, 17. Гимн Амону Ра. Ну, естественно, солнцу. Прославление Амона Ра. Быка, пребывающего в Иуну. Иуну – это Гелиополь. Вождя всех богов. Бога благого, возлюбленного, дающего жизнь всему, что тепло. Ну, что живо, в смысле, что теплится. И всей доброй пастве своей. Ну, вообще, дословно, всему своему скоту. Скот – это люди. В египетской терминологии, ну, люди – это скот Божий. Божественная скотина. Что совершенно никак не унижает человека, и ни насколько, потому что вы понимаете, что скот – это величайшая драгоценность для древнего человека. Это богатство. Сказать, что люди – это скот Божий, это значит сказать, что люди – это его драгоценность. Так вот, и всей доброй, ну, всему доброму скоту своему, слава тебе, Амон-Ра, владыка престолов обеих земель, пребывающий в Уасете, ну, в Фивах, телец своей матери, в смысле, сам себя родивший, пребывающий на полях, ну, зачавший, телец своей матери, то есть тот, кто покрыл свою собственную мать и от этого родился, пребывающий на полях своих, широко шагающий, пребывающий над верхней страной, господин Маджаев, правитель Пунта, владыка неба, перворожденный на земле, Господь всего сущего, пребывающий во всех вещах и единственный в природе своей, сущность богов, благой телец девятериц, вождь богов, господин истины и отец их, создавший человека и сотворивший зверей, Господь всего сущего, взрастивший древо плодоносное, произведший травы и давший жизнь скоту, дух добрый, рожденный птахом, прекрасно возлюбленный молодой, воздают ему боги честь и хвалу. Сделал ты нижнее и вышнее сотворил, озаряешь ты обе страны, и в мире проходишь небо. Царь верхней и нижней страны, солнце победительное, владыка обеих земель, великий силою владыка поклоняющихся ему, вождь, создавший пределы земли, почтеннейший сущностью своею всех богов, ну то есть больше, чем все боги. Радуются боги красоте твоей, возглашают славу тебе в доме великом. Являешь ты себя в Пернезере, люди любят боги благоухание твое, ну буквально запах твой. Если серьезно, это немножко приукрашено, то, но вообще боги любят запах твой. Как когда идешь ты из Пунта, владыка благоуханный, исходящий из земли Маджаев, прекрасно ликий, шествующий из земли Бога. Ластятся боги к стопам твоим, ибо знают они величие твое, Господа своего, владыки ужасного, вселяющего трепет. Видите, как все непросто. Мощного силою, могучего в явлениях своих, изобильного дарами, подающего все потребное. Слава тебе, создавшему богов, воздвигшему небо и простершему твердь земли. И в книге «Врат», там же недалеко. Наши двери отверсты, наши ворота открыты для солнца высшего небосклона. Привет тебе, солнце! Приди к нам, великий Бог,
господина, обитающего под Богом. Это книга Врат 1.227-228. Но это Египет. Ну, казалось бы, ну что, только Египет? Нет. Вот вам авестийский гимн из иранской традиции. Шестой яшт, Хуршет яшт. Мы молимся солнцу, бессмертному, свету, чьи кони быстры. Когда солнце светит, когда солнце греет, стоят божества. Все сотнями тысяч и счастье вбирают, и счастье вручают, и счастье дарят земле, данной Мазды. Ну, вы помните, что в центре зороастрийской традиции стоит бог по имени Ахура Мазда. И поэтому Мазда в данном случае, это, конечно, для мира рассвета, для истины роста. Когда восходит солнце, то данное Мазды светится земля, светятся воды, и те, что проточны, источников воды, стоящие воды, и даже воды морей, творения светятся, все Духа Святого. Не всходит же солнце, и девы все губят. Девы — это демоны. Не всходит солнце, и девы все губят, что есть на земле. И здесь небожители в мире телесном не могут быть. Видите, если солнце не всходит, то начинается тьма, все губят девы, и обитатели неба сюда больше не приходят. Кто молится солнцу, бессмертному свету, чьи кони быстры, чтоб с тьмою бороться, для девов отпора, рожденных из тьмы, бороться с ворами от ведьм, защиты от гибели и забытья, тот молится Мазде. Видите, тот, кто почитает солнце, почитает самого Ахура Мазду. Святым и бессмертным своей же душе божеству блажает земных и небесных. Кто молится солнцу, бессмертному свету, чьи кони быстры, помолимся Митре. Он отождествляется здесь, естественно, с Митрой. Чьи нивы просторны, тысячи ухому, чьих глаз мириады, который бьет метко своей булавою по девов башкам. Ну, то есть демонам по голове. Помолимся. Из всех наилучших ему, из всех наилучших, кто есть буквально. Молюсь ради счастья, я громкой молитвой бессмертному солнцу. Ну и дальше повторяется, риторика повторяется, в принципе. Это иранская традиция. Что же мы видим в ведийской, в древнеиндийской традиции? Для нас это просто опорные точки, понимаете? Там все зарождалось, там все цвело. Там все это было, понимаете, осознанно. А дальше это уже все постепенно на разных уголках света превращалось в сказку. Вот такую Патери Прачеду. Вот этот древний бог постепенно превратился в милого добродушного толстяка с накладной бородой. Вот. Так вот, самым значимым моментом в жизни действительно и в году для ведийского Ария, ну, в общем, так он и назывался, действительно, были вот эти вот годовые ритуалы, и прежде всего ритуалы, связанные с Новым годом и солнцеворотом, то есть на рубеже. В это время, естественно, брахманы, ну, их по-разному называют, священников по-разному называют в Индии, там это и Удгатары, и Хотары, неважно сейчас. Вот, и риши, древние вот эти поэты риши, которые, собственно, и услышали эту священную поэзию Вед. Вот, они фактически, как отмечала Елизаренкова, Татьяна Елизаренкова, они фактически выступали в роли демиургов своей ритуальной деятельностью, помогая космосу одержать победу над хаосом. На метафизическом языке гимнов это называлось «битвой за свет». И действительно, мы встречаем термин «сваршати» – это «битва за свет». Вот время, в которое мы вступаем, для них было битвой. Это было время борьбы, когда нужно было биться за свет. Ну, не просто там закупаться в магазине на распродаже. Вот, тем, чем потом мы все будем биться. Вот. И вот она дальше пишет. Татьяна Елизаренкова, ну, для тех, кто не знает, друзья, это крупнейший наш переводчик Ригведы и Атхарва Веды, один из лучших специалистов по ведийскому санскриту, ныне уже покойные. Известно, что для мифа поэтического сознания настоящее есть лишь повторение изначального. То, что было создано в акте творения во время она, воспроизводится в новогоднем ритуале, актуализируя таким образом вхождение в тот мир, который был создан в начале,
и делая его самого участником мифа. Именно поэтому обращение поэтов к Индре всегда: «Выходи вперед, нападай, дерзай, ты убьешь Вритру, ты завоюешь воды». Это хотя на протяжении всей Ригведы говорится о том, что Индра уже это сделал. То есть ритуально говорит: вот иди, входи. Хотя на самом деле везде написано, что вроде как это уже произошло. Как обстояло, в чем заключался ритуал? Ритуал был довольно сложный и очень такой многоуровневый. Одной из важных составляющих этого ритуала была так называемая брахмодия. Это загадки. Загадки. Примеры таких загадок, ритуальных загадок и отгадок, мы находим уже в Ригведе. Например, знаменитый гимн «Загадка» 1.164. «Я спрашиваю тебя о крайней границе земли. Я спрашиваю, где пуп мироздания. Я спрашиваю тебя о семени племенного жеребца. Я спрашиваю тебя о высшем небе речи». И ответ. Этот алтарь, ну, это же жертвоприношение, и это рецитация во время жертвоприношения. Этот алтарь – крайняя граница земли. Это жертвоприношение – пуп мироздания. Этот сома – семя племенного жеребца. Брахман этот – высшее небо речи. То есть на самом деле центр мироздания и граница мироздания, она совпадает с границей алтаря, на котором совершается жертвоприношение. Вот здесь сейчас все будет. Вспомните аналогичные загадки в Скандинавии. Вспомните старую идийскую поэму «Речи Вафтруднира», которая состоит, в которой старик Вафтруднир, ну, великан, вот, он, Турс, он пытает замаскированного Одина вопросами. И заканчивается все тем, что Один, наоборот, он там в обратную сторону, и Один в итоге задает вопрос ему в самом конце, он ему задает вопрос, на который тот не может ответить. Потому что ответ на этот вопрос знает только сам Один. Что сказал Один на ухо своему Бальдру, ну, своему сыну на погребальном костре? Вот, естественно, никто не может знать ответа. Может знать только тот, кто сказал, а Бальдр мертв. Вот, но еще лучше вспомните аналогичные, близкие по жанру, но более поздние загадки Гестумблинди. Очень любопытный тоже текст. Есть прекрасный анализ этого текста Топоровой, если вам это интересно, ее работа о древнеисландских космологических загадках как феномене языка и культуры. Вот, понимаете, скандинавская традиция, в отличие от ведийской традиции, она не сохранила функции этих загадок. Вот именно космологические, это же ритуальные загадки. Их произносят, как произносят молитвы на богослужении. То есть это не просто там бла-бла-бла. Там сели, поговорили, вот я вам сейчас говорю, да. Вот, нет, это именно то, что непосредственно действует, это то, во что вложена сила. Вот это должно быть сделано, это должно быть сказано. Солнце, как говорит смерть у прачеда, не взойдет. Вот если этого не сделать, оно не взойдет. Вот, в Скандинавии не осталось прямых таких указаний на это. Но Топорова, она такая очень ловкая. Она все переплетает, она действительно показывает, что это было. Просто это уже все, конечно, разрушено, забыто. Вот, но это было. А почему загадка? Почему загадка, не что-то другое? Вот почему для того, чтобы сотворить космос в начале Нового года, чтобы солнце взошло вот в этой самой ночи, чтобы завтра взошло, почему нужна загадка? Именно загадка. Потому что загадка, пока она не разгадана, это чистый потенциал. Это просто пространство возможностей. В ней нет определенности, она ничего из себя не представляет, у нее нет ответа, она ничто. Но в ней есть самое важное, в ней есть возможность ответить. То есть это вот то, что может быть дано, это то, что может случиться, но еще не случилось. Вот это вот суть загадки, вот она суть загадки. Кстати, в славянских сказках тоже эти мотивы загадок, ой, там, с избытком можно набрать и целую написать диссертацию об этом, если нужно. Вот, а ответ на загадку — это и есть вот актуализация того, что вот потенциально есть. Потому что потенция от актуальности, она тем и отличается, что то, что есть потенциально, этого нет. Потенциально — это в смысле некая скрытая сила,
Вот что-то такое, вот, чего еще нет. Когда оно начнет актуализироваться, вот так вот ответ, это и есть мир. Вот ответ на загадку, это и есть вот этот вот шлепок бытия. Бац, и вот он мир. Вот, ну так, наверное, я не знаю, как это еще объяснить. Вот поэтому загадка, а не что-то другое. Не просто там текст, ла-ла-ла. Но вернемся туда, к ведийской традиции. В ведах солнце мы находим сразу в трех именах. Это Сурья, это Савитар и, конечно, Вивасват. Кстати, как и в Египте. Хепри, Ра и Ату. В этом смысле, но только единственное, в Египте эти три имени расставлены по этапированию солнца. То есть солнце поднимающееся, солнце идущее и солнце заходящее. А в ведах нету такого четкого этапирования, немножко другие смыслы. И вот мы послушаем, мы же с вами знакомимся с солнцем, и вот один из гимнов, 1.50. «Вот лучи везут вверх того бога, Джата Ведаса, чтобы все существа увидели солнце. Прочь, как воры спешат, вместе с ночами звезды от всевидящего солнца. Далеко стали видны его знаки, лучи среди людей, сверкающие, как огни». Пересекающий пространство, всем видный, создающий свет. Вот каков ты, Сурья. Ты даруешь все светлое пространство. Обращенный к родам богов, обращенный к людям, ты восходишь, обращенный ко всему, чтобы видели солнечный свет. Он, то есть солнце, тот глаз, которым, о чистый, ты смотришь Варуна. То есть солнце глаз бога. Здесь не только где-то именуется Варуна, а где-то именуются и другие боги. Это здесь не, сейчас не очень важно. Проходишь небо, широкое темное пространство, меряя дни ночами, глядя на все поколения людей. Семь рыжих кобылиц везут тебя, пламенно-власово на колеснице. О Сурья, бог видящий издалека, запряг Сурья семь чистых дочерей колесницы солнца. На них, самозапрягающихся, ездит он. Мы поднялись из мрака, взирая на свет все выше, к Сурье, Богу среди богов, мы отправились к высшему свету. Но еще один короткий гимн, ну невозможно, видите, сколько еще всего. Пусть Сурья, ярко сверкающий, высокий свет, пьет мед Сомы, давая господину жертвы нескомканный срок жизни. Поторапливаемый ветром, который охраняет собой людей, он всегда вызывал процветание существ. Он правит во многих местах. Ярко сверкающий, высокий, хорошо поддерживаемый, лучше всех завоевывающий награды, истинно установленный в опоре неба, в основании неба, убивающий недругов, убивающий вритру, лучше всех убивающий демонов. Свет родился, убивающий асуров, убивающий соперников. Этот лучший из света, высший свет, называется завоевывающим все, завоевывающим богатство. Этот высокий сверкающий, во все стороны мощно сверкающий Сурья, чтоб было видно, широко распространил свою мощь и непоколебимую силу. И последнее важное шлока. Ярко сверкая своим светом, ты пришел как солнце в светлое пространство неба. То есть видите, как интересно. И сама Елизаренко в примечании к этому переводу, она очень точно пишет. Мы здесь видим, что солнце, которое почитается, это вот есть разделение. Ты, который пришел как солнце, то есть под видом солнца. То есть понимаете, в чем тут штука? Дело в том, что солнце это не образ Бога. Нет. Это даже не его символ. И не знак, и не поэтический какой-то там приемчик. Нет. Солнце – это то, в чем Бог явился. То, во что Он оделся. Ну или, как писал когда-то Плутарх, солнце – это тело Его благой энергии. В трактате об Исиде и Осирисе. Вот вы познакомились с ним. Кстати, то же самое в Индии сегодня. Вся эта вот индийская астрология, вот весь этот Джьотиш. Вот, он строится по принципу того, что планета – это не Бог. Но она как бы является его одеждой, он за ней скрывается. И в этом смысле вайшнавы индийские, вишнуиты, говорят, что за Сурьей скрывается сам Сурья Нараяна. То есть, ну,
одно из воплощений бога Вишну. А шайвы, шиваиты, многие говорят, что за Сурьей прячется сам Шива. Сам Шива. Итак, мы познакомились с тем, какой он. Теперь давайте немножко поговорим о том. Вы же еще не очень устали. Я надеюсь. Ну, я вам говорю, до 9, понимаете. Дальше придет уборщица, и Новый год закончится. Теперь осталось... Мы уже с вами в какой-то мере поняли, где оно, солнце. Но нужно поговорить об этом еще чуть-чуть. Мир Челяды как-то писал. Солнце обладает особой привилегией, недоступной для Луны. Оно пересекает ад, не проходя при этом само через состояние смерти. И тем не менее предустановленный путь Солнца через подземные области сообщает ему связь со сферой загробного и потустороннего. Значит, после того, как Солнце в качестве соляризованного верховного существа или оплодотворителя утрачивает ведущую роль в религиозном опыте какой-либо цивилизации, оно обнаруживает определенную амбивалентность, благодаря которой открываются новые перспективы для его модификации. И дальше он пишет. Эту двойственность можно описать следующим образом. Солнце, хотя и является бессмертным, каждую ночь нисходит в царство мертвых, а значит, оно может уводить с собой людей и после заката предавать их смерти. Но с другой стороны, оно способно вести души через область ада и наступлением дня возвращать их к свету и в небо. Это и есть амбивалентность психопомпа. То есть Илиада говорит, что солнце — это психопомп. Почему, собственно говоря, могилы-то в мегалите обращены к солнцу? Что, чтобы лучше было видеть мертвым, когда они сядут на пушки почитать? Вот, или что? Нет, солнце — это психопомп. Душа идет за ним. И это очень древняя интуиция, сейчас вы это увидите. Она тянется за ним, она в него идет. Она с ним опустится туда, в нижний мир, о чем и говорит Илиада вполне точно. И, естественно, с ним же она из него и поднимется. В Новой Зеландии вера в то, что один лишь взгляд на закат солнца способен вызвать смерть у народных, у коренных народов, совершенно обычная вещь. Туземцы пролива Торрес верят в существование мифического острова, который расположен где-то далеко на западе, называется Кибу, врата солнца. Именно туда уходят души мертвых. То есть вот туда, где входит солнце. На острове Гервей считают, что дважды в год, в период солнцестояния, умершие собираются группами, чтобы в момент заката спуститься вслед за солнцем в подземные области. На ряде Полинезийских островов самая западная точка Земли так и называется. Место, куда спрыгивают души. То есть вот эти ворота в другой мир, они находятся в той точке, где закатывается солнце. В Океании распространены верования о том, что умершие погружаются вслед за солнцем в океан или переносятся на солнечных лодках, а также по вере, согласно которым на западе располагается царство мертвых. На островах Гервей солнце уносит на небо только тех, кто пал в бою, прочих же покойников пожирают божества подземного царства. Еще такой есть нюанс. То есть души проходят вместе с солнцем. О чем здесь речь? Кстати, похоже на Скандинавию еще. Вот, о чем идет речь. Речь идет о том, что души мертвых уходят вслед за ним в подземный мир, но они там, идя за ним, а там и остаются. А вот души особенной категории людей, то есть есть категория людей, которая, наоборот, поднимется вместе с ним на небо. И вот здесь мы опять вернемся туда, к Египту, где о солнце очень много сказано. В Египте люди, которые, вот эти умершие, которые достигают посмертной благой участи, их так и называют хенемемут, то есть солнечные люди, или солнечная толпа. Фолкнер так это и переводит. Санфолк, то есть народ, солнечный народ, солнечная толпа. Иероглифически изображают людьми, над которыми сияет солнце. Солнечные люди, читаем мы, призывают тебя, умершего,
То есть те, кто уже умер и стоят на той стороне, они зовут того, вот, над кем совершается погребальный ритуал. Вот, солнечные люди призывают тебя. Звезды, не гибнущие, поднимают тебя вверх. Это пирамида Унуса, 262. «Я воздеваю руку мою к солнечному народу, и приходят боги, кланяясь, а два великих бога надзирают за ними». Это Пепи. «Возносится отец мой на небо, среди богов он на небесах. Пребывает он на северном небосклоне, и слышит он речи солнечных людей. О Пепи, владычествуешь ты над обитателями великих, великих воскресшие». Ну, живые, вот эти звезды не гибнущие, то есть те, кто уже оказался там, а их изображали звездами. Вот, трепещут перед тобой умершие, падают на лица свои перед тобой. Ты овладел обиталищем солнечных людей. Или еще 606-е речение текстов пирамид. Это все третье тысячелетие. Они, боги, приведут тебя в бытие так, как пришел в бытие Ра. Это обращение к умершему. Ибо имя его появляющийся. Ты будешь идти возле них, как Ра, ибо имя его Ра. И ты скроешься от взглядов их, как Ра, ибо имя его Атум. Атум — это солнце на закате. Вот. То есть вы видите Древний Египет и Полинезия. А идеи-то, в общем, общие. Вслед за солнцем идут мертвые. Взгляните, какое, Андрей Борисович Зубов, комментируя, он пишет очень красиво. Взгляните, пишет он, какое прекрасное и точное сравнение. Наша человеческая жизнь в этом тексте уподобляется движению солнца. Вот мы появляемся, рождаемся, приходим в эту жизнь как Ра, и в конце скрываемся как он. Атум здесь – это полнота солнца, достигшего западного горизонта и уходящего в инобытие. На западе садится солнце, поэтому запад – страна тех, кто достиг своего Хотеп. Хотеп — это, ну, как бы, довольство. То есть хотеп — это в смысле, вот, ну вот я нажрался, хотеп. Все. Вот, кто достиг своего упокоения. Большинство гробниц, большинство захоронений умерших располагались именно на западном берегу Нила. Само слово «кладбище» в египетском языке «херет нечер», или буквально «место под Богом», имеется в виду озаряемое солнце. Не просто место, озаряемое солнце. То есть Бог солнце смотрит сверху на них, вот на этот самый. И в книге «Врат» мы читаем: «Живые, вот эти воскресшие, трепещут перед тобою, ожидая восхода, познавшие смерть благоговеют перед тобою». В позднее время есть такая замечательная египетская книга, книга «Амдуат», книга другого мира. «Дуат», «Дуат» – это другой мир. Вот книга «Амдуат» – это книга другого мира. В ней описано путешествие солнца. И вот там говорится, что Ра движется в ночном мире. Это движение, оно описано там по часам. То есть на каждый час происходит, да, некое этапирование солнца по миру мертвых. И вот в шестой час, это самое важное, вот в шестой час ночи, говорит книга Амдуат, является тело Хепри. Хепри — это вот именно, ну вот это солнце на восходе, то есть вот когда оно только-только, вот это красный залив, который разливается над землей, вот это хепри, являющееся солнце. Само слово хепер – это появляться. Соответственно, хепри – это появляющийся, если это дословно переводить. Вот. И там он встречает, кого бы вы думали, конечно же, он встречает Осириса. Осирис, для тех из вас, кто, что называется, немножко не в теме, вот, Осирис, друзья, это, конечно, бог умирающий и воскресающий бог Древнего Египта. То есть это главный египетский мертвец, который встречается в любой, в любом заупокойном, наверное, тексте Древнего Египта. Но это не просто мертвец, это, естественно, мертвец, который ожил. Вот. И вот в 17-м речении книги мертвых, это из папируса Ани Британского музея, Осирис проследует в Джеду, и встретит там он Ра, и они обнимут друг друга. И далее. «Мне принадлежит вчерашнее, знаю я будущее». Что это значит? Что до вчерашнего, то вчера — это Осирис. Что до будущего, то это уже
Ра. В тот день, когда повержены будут враги Вседержителя, и воцарится сын его гор, битва богов произойдет по моему повелению. Она произойдет в Аменте, на западе. Ради душ богов, по повелению Осириса, владыки Аменте. Вы видите, что умерший соединяется с этим солнцем. И благодаря этому соединению с Ра он жив. Вторая часть книги «Врат». Произрастают плоды на поле другого, ну, дуата, на поле другого мира. То есть вот мира мертвых, плоды на нем произрастают. Здорово, не здесь произрастают, а там. Где Ра озаряет тело Осириса. Есть даже прекрасное изображение, мне просто не хватило времени вам сделать изображение, где лежит мертвый Осирис, естественно, имитирующий реального мертвеца, потому что на самом деле мы говорим о текстах ритуальных, а каждый мертвец уподоблялся Осирису. И поэтому, когда речь идет об Осирисе, на самом деле речь идет также и об этом конкретном мертвеце, на гробу которого этот текст нацарапан. Вот, так вот, лежит мертвец, и над ним вот так вот Ра, который в него, естественно, протягивает к нему руки, вот эти лучи, его согревающие, и этот мертвец начинает прорастать, такой вот зерном, вот из него начинает идти жизнь под ним. Вот, и уверяю вас, это не иллюстрация биологической цепочки, нет, это совсем другое. Вот. Так вот, в книге «Врат» произрастают плоды на поле инобытия, где Ра озаряет тело Осириса. Когда восстаешь ты, созревают плоды, о великий Бог, создатель яйца, совершаются жертвы зерном ячменя. Дальше, тексты ковчегов. «Я сотворил богов из истечения пота моего, а людей из слез глаза моего. Я сияю, и я зрим каждодневно в славе бога всяческих. Я успокаиваю истомленного сердцем», то есть Осириса. «Правым путем плыву я в ладье моей». Речь, ну, это солнце говорит. «Я бог вечности». Ну и еще, пожалуй, там же, это 1130-е речение текстов ковчегов, саркофагов. «Не поругаем я ни одним из моих членов. Ху и хэкау», ну это силы. Хэкау это, в общем, иногда переводят как магические даже силы. «Ху и Хакао побеждают для меня этого злобного». Речь идет, конечно, о боге Сете. «Вижу я небосклон и восседаю перед ним. Сужу я убогого и сильного, и злодеев. Моя есть жизнь, я господин ее. И жезл могущества не отнимется из руки моей. Я провел бесчисленные годы между мной и истомленным сердцем», то есть между собой и Осирисом, «сыном Геба. Сяду я с ним на один престол. И холмы станут селениями, а селения станут холмами». Тут речь идет, ну понимаете, то есть это, ну, когда сравняются, когда на холмах появятся города, и когда исчезнут города, и останутся холмы. Это такой образ вечности. Вот, то есть вы видите, умерший человек и солнце сядут на один престол. И, собственно говоря, эта тема, она также звучит и в Ригведе. Солнце, побеждающее демонов именно. Да? 10-170, Ригведа 10-170. «Ярко сверкающий, высоко, хорошо поддерживаемый, лучше всех завоевывающий награды, истинно установленный в опоре неба и в его основании, убивающий недругов, убивающий Вритру, лучше всех убивающий Дасью» — это все демоны. «Свет родился, убивающий асуров, убивающий соперников». И вот мы подходим с вами к еще одной, ну, в смысле, это вот все в контексте этого вопроса, да, а где оно сейчас? Вот что, собственно говоря, с ним происходит? И уже в Ригведе мы находим как бы два образа солнца. Солнце по эту сторону и солнце по ту сторону. Солнце светлое, живительное, и солнце губительное. И вот тут становится все совсем интересно. В Ригведе, с одной стороны, его называют сияющим, а с другой стороны называют черным. Черное солнце – это, естественно, солнце не этого мира. Вот это солнце, которое идет по... А это 1.115.5. Это солнце, которое идет по тому краю, то есть там, за западом. Савитар, да, вот солнечный свет вот этот вот. Да, приводит он одновременно и день,
Он приводит день, и Он приводит ночь. 2:38-4, 5:82-8. И сам Он напрямую назван, как ни странно, солнце названо напрямую Богом ночи. Уж совсем странно. Да, вот солнце – Бог ночи. 2:38-1-6 и далее. И даже есть упоминание тоже его ночного пути. То есть, вы видите, Ригведа и Египет, ну, во многом не похожи, очень далеки друг от друга. Совершенно двух разных корней, культурно, по языку, по всему. Но вот это солнце, вот это вот солнце, вот оно объединяет. Сам этот савитар, он именуется, в этом слове на самом деле нет ударения. Савитар, там три кратких гласных. Нет ударения. Вот. Он именуется тем, кто впускает и выпускает. Он тот, кто восстанавливает мир. То есть речь идет, конечно, вот об этом восстановлении, конечно же, гармонии. При этом мы встречаем чуть позже в Брахманах, мы встречаем, что солнце действительно оживотворяет все, что все приходит в мир через него. Даже дети начинаются солнцем. В Джаймини и Брахмане 3:10-4, когда отец изливает семя в лоно, на самом деле солнце изливает его, и начинаются дети. То есть, понимаете, да, чисто технически семя твое, но жизнь в этом семени – это солнце, это оно на самом деле. То есть, понимаете, вот два семени изливается, или два в одном. Вот, кстати, интересно, что у Аристотеля, в физике Аристотеля, у него тоже есть такой очень похожий оговорка, он говорит, человека рождают человек и солнце, и то, и другое. Вот. Но при этом в другой брахмане, в Панчавимша брахмане, это 21.2.1, говорится о том, что солнце пожирает своих детей. То есть оно не только дает жизнь, но оно приносит и вот что-то другое вместе с собой. И вот в Шатапатха брахмане эта тема солнца раскрывается очень любопытно, неожиданно и тяжело. Попробуйте послушать. Это что называется эндшпиль. Дальше уже будет так. Мы уже пойдем к концу совсем. Такое небесно-божественное слово – это тамошнее солнце, а здешнее – смерть. Все, что не есть по эту сторону от солнца, повержено смерти. Тот, кто собирает этот алтарь, а это, естественно, ритуальный тоже текст, то есть вот тот, кто собирает этот алтарь по эту сторону солнца, собирает его подверженным смерти. Смерти он предает и свое тело тоже. А кто собирает этот алтарь выше солнца, тот отвращает смерть. Поистине выше этого солнца он становится собранным у этого жертвователя Агничиты с помощью знания. Агничиты, но это сознание бога Агни, огненное сознание. И дальше, это было 10.5.1.4. И дальше, по номерам, в первой книге Шатапатха Брахмана, 9.3 и дальше. Со светом соединились, с богами соединились. Именно это хочет он сказать. Потом он смотрит вверх на солнце. Солнце для него – это и ход, и пристанище. Вот этим ходом он и идет в это пристанище. Естественно, речь идет о душе человека. О душе человека, который идет в мир богов. Потому что есть две судьбы. Можно попасть в солнце, можно попасть... Мы читаем в Брихадараньяке Упанишаде, сказано, что тот, кто пойдет высшим миром, тот пойдет в солнечный свет растущего солнца. Вот. А кто пойдет нижней дорогой, то есть в не такой благоприятный, скажем так, мир, вот, он пойдет с путем солнца убывающего. То есть, видите, вот этот путь солнца, мы наконец пришли к тому, что этот путь солнца – это конкретная ритуальная реальность. Ну, если хотите, духовно-ритуальная реальность. И весь этот путь солнца – это не просто пустое мечтание. Вот сидел человек, смотрел на солнце и думал, как тоскливо. Вот я сегодня утром проснулся, такой думаю, ой-ё,
Но ничего, будет лучше. Вот, то есть это не просто какое-то поэтическое мечтание. Это не просто... Но это, понимаете, ну говорю, даже если сейчас мы, вот пройдет какое-то время, месяц пройдет, и вы увидите, как у вас прибавилось сил, вы увидите это, вы почувствуете в себе, вы можете это игнорить, не обращать на это внимания, но это так, эти силы, они прибудут. Вот, вы можете это увидеть и раньше, но просто для этого надо быть внимательнее. Вот, но в принципе для нас, вот людей, самых обычных, вот живущих в мегаполисе, это очевидно, что вот еще чуть-чуть, и все пойдет, вот радость сама, вот идешь такой по улице, думаешь, что я радуюсь, я не знаю, ну радостно, здорово, солнце светит. Ну кто не был в такой ситуации? Ну все же были. Вот, то есть это вещи такие вот уже совершенно, вот это вот уже венозная кровь, это уже вот то, что течет вот по религиозным венам, если хотите, по венам самой традиции. Вот, потом он смотрит вверх, солнце для него это и ход, это и пристанище. Вот этим ходом он идет в это пристанище, поэтому смотрит вверх. Он смотрит вверх. Ты сущее в себе самом, пресветлый луч. Поистине солнце и есть этот пресветлый луч. Поэтому он и говорит, ты сущее в себе самом. Вот, ну и наконец, Вайтаре и Араньяки 2.2.4.6. Что есть я, то и есть то солнце, что и есть то солнце, то и есть я. То есть, видите, это вершина. Это то, собственно говоря, что нужно ощутить. Это то, что этот путь, который надо пройти. То есть это путь солнца. И еще из Шатапатха Брахманы. Бессмертное соседствует со смертью. Ведь это бессмертное и в самом деле идет вперед за смертью. Бессмертное покоится на смерти. Ведь и в самом деле, найдя опору в этом Пуруше, я с Пуруши начал, это его приносили в жертву. Найдя опору в этом Пуруше, пылает этот солнечный круг. Смерть наряжается в Вивасвата. То есть Вивасват это солнце. То есть смерть наряжается в солнце. Поистине Вивасват то солнце. Ведь оно и в самом деле наряжается по-разному. И днем, и ночью. В него эта смерть наряжается. Она и в самом деле укутана в него со всех сторон. Вот. Ну и вот, друзья, дойдя как бы до, наверное, главного, теперь мы можем поговорить и о третьем вопросе. Ну и вообще о том, а что происходит, да, вот в действительности. Это время, время солнцеворота, это время перехода. Это время, когда вот эта точка ухода, она открыта. И именно поэтому во многих преданиях, сейчас я уже скачусь на Йоль наконец-то, ну так, в двух словах. У меня не было цели рассказать вам именно о Йольском празднике. Но, разумеется, куда же без него. Все же знают это слово. Вот. Именно поэтому во многих празднествах солнцеворота, народных, европейских, мы повсюду видим предание о том, что вот в это время мертвые здесь. И это не просто. Мало того, что мертвые здесь, так еще и живым нехорошо. И именно в это время не просто живым нехорошо, а особо чувствительным живым, оказывается, совсем нехорошо. Они даже покидают свои тела и вместе с мертвыми носятся, как Один в своей дикой охоте, вместе с ней носятся. Валяются без памятства, как говорят некоторые источники там, и родовые всякие предания 15-16 веков, вполне уже христианизированной Германии, Норвегии и так далее. Йоль, да, именно потому, что это точка перехода, этот праздник и образы этого праздника, этого дня, они перегружены страшилками. Ну просто это уже страшилки. Да, то есть вот эти высокие религиозные смыслы, они наконец-то проделали долгий путь и превратились в сказку. Вот, вот как у Пратчина, с которого я начал, древний бог, который на глазах у Сьюзан медленно, но верно превратился в старика, толстяка с ложной бородой. Это и есть превращение ну, духа в сказку, да, вот, или как когда-то говорил Дюмезиль, от мифа к роману. Вот. Это и есть сказка, в общем-то, это и есть миф, который перестал быть мифом. Он сохранил только сюжет, да, вот мотив.
Вот. А все остальное уже накрутилось там еще в одном, в другом, в третьем. Вот. И вот, когда мы видим предания Йольские, или когда мы видим аналогичные предания славян, мы видим, что всюду это ужастик. Ну, посмотрите сами, да? Ночь перед Рождеством. Вспомните просто, слушайте, ночь перед Рождеством. Вот просто у всех у вас должны вставать перед глазами какие-то ужастики, какие-то рассказы, страшилки, кто-то кого-то пугает, кто-то во что-то переодевается страшное. Вот, то ходит там клянчит еду, то пугает народ, то еще что-то. Вот, то есть это время, почему это такое время? Это время, потому что оно изначально виделось переходным. Переходным между чем и чем? Между старым миром и новым. Между миром несотворенным, то есть вот этой тьмой, и сотворенным. Между загадкой и отгадкой. Вот, ну естественно между жизнью и смертью. Ну, в данном случае между смертью и жизнью. И поэтому в этой точке все перенасыщено. Перенасыщено. Предание о том, что в это время мертвые выходят из своих могил. Души мертвых прилетают навещать своих, значит, там. Они вот сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Йоль действительно самый значительный. И, наверное, самый священный праздник. Он длится, как вы знаете, 13 ночей. Это не одна ночь. Это не один день, это целые 13 дней. Вот, куча всяких фольклорных преданий о том, что в эти ночи как бы все собирается вместе. Боги, люди, вот эта грань между этим и тем, она такая тонкая очень. Вот, легко прорываемая. 13 ночей, в Германии их называют священными, отсюда, собственно, и святки. Святки на Рождество – это не христианская традиция. Ну, вы просто представьте себе вот восточно-христианских отцов таких. Вот, и святки на Рождество. Вот если у вас в голове эти вещи соединятся и не покорежат друг друга, то я вам поверю. Но в целом, достаточно просто попробовать это соединить. Становится понятно, что святки, святочные ночи, вот эти гуляния все святочные, они, конечно, не связаны с христианством. Само христианство постаралось связать Христа с солнцем. Это же правда. Вот. И это было и правда, потому что, конечно, император Константин, в эпоху которого прошли первые шаги легализации христианства в Византийской империи, он в Римской империи, да, он же был солнцепоклонником, он поклонялся Митре. И тот Яшт, который я вам читал, он читал этот Яшт когда-то. А потом стал христианином. Он увидел в Христе солнце, у него эти два образа соединились. Вот. Ну и действительно, сама идея христианства, она хорошо ложится на солнечный вот этот вот цикл. Вот Христос, который умирает и воскресает. Вот он родился, чтобы дать людям свет, принести людям новую жизнь, чтобы их спасти. Ну вот это солнце, вот это оно и есть. Поэтому за ним усвоился вот это словосочетание «солнце победительное». Да, «solum victum», «победительное солнце». Это глубоко, в Древнем Египте его использовали. Побеждающее солнце. Совершенно нормальный эпитет для солнца и в Индии, и в Египте, и даже в Шумере. Побеждающее. Солнце побеждающее. И судящее еще. Побеждающее и судящее. Так что эти вещи прекрасно друг на друга легли. Но святочные вот эти гуляния, эти священные ночи, которые Вайхнахтен, они, собственно говоря, вот, ну или, собственно, Вайнайтс в англосаксонской традиции, вот, русские наши святки, 13 ночей, вот такое пограничное пространство между старым и новым годом, потому что Новый год, вот мне даже грустно, я все время испытываю эту грусть, столько подготовок к Новому году, одно мгновение, бокал шампанского и все, вот то ли дело люди прошлого, они были более содержательны, они больше понимали про это, 13 дней, и это не потому, что мы гуляем 13 дней после одной ночи и отходим потом еще сколько. А потому, что весь переход, он не мгновенный. Не поворачиваются эти вещи мгновенно. Он длится во времени. И если отчитать 13 от сегодня, вы получите 3 января. Как раз, когда все придут в себя. Ну, начну. Вот это Новый год. Новый год. Осознание того, что Новый год пришел 3 января почти у всего. Русского народа происходит.
Вот, то есть переход долгий, он не на мгновение, он даже не в одну ночь. Просто вот эти ночи самые темные, они как бы самые такие вот экстремальные. Вот, и поэтому все, что случается между первым заходом солнца, согласно йольским преданиям, и, естественно, восходом солнца в 13-й день, вот, это определяющий момент, определяющий. В этот момент можно судить, то есть можно изменить судьбу. То есть это дни, в которые можно повернуть свою судьбу. Вот. Но это предание, слушайте. Вы думали, я вам расскажу, как это сделать? Вот. У нас уже время подходит к концу. Интересно, что надо вам сказать, что Йоль, он не всегда именно вот прямо на эту ночь. Он бывало сдвигался. Ну, например, он бывал, у некоторых он начинался перед солнцестоянием, скажем, за день. Вот, например, Беда Достопочтенный говорит о ночи матери. Это чуть раньше, чем солнцеворот. Вот, ну, то есть, не обязательно прям 21-го, могла быть 19-го или 20-го. Судя по всему, в некоторых, например, в Норвегии, наоборот, чуть позже, потому что заканчивался... К 6 января. То есть, скорее, с 25-го начинался, где-то к 6 января вот это йольское празднование, оно прекращалось. Само слово йоль, оно очень архаичное. Если вы просто вобьете в интернете, вам выпадет перевод «колесо». Ну, скорее всего. Это один из вариантов. Есть разные варианты. Ну, если интересно, это надо, можно открыть словарь замечательного германиста Яна де Фриса, и он в своем словаре немецком дает, вот, собственно говоря, на Йоль любопытные вот эти вот все комментарии. Вот. Непонятно даже от какого корня до конца. Либо колесо, кто-то говорит, что это жертва, кто-то говорит, что это... как бы слепое время, разные есть интерпретации. Ну, в общем, если интересно, то это дефрисовский словарь, страница, правда, он на немецком, 292. Вот. И еще есть толковый словарь такого Блонделя Магнуссена, у него 433 страница тоже. Ну, в общем, есть статьи на этот счет, можно почитать это. Вот. И все пишут, что вот самое главное предание, о чем, что происходит? Вылазят тролли вместе с какими-то компаньонами, вот, значит, вылазят какие-нибудь чудища обязательно. Интересно, что в это время даются клятвы, тоже любопытный момент. В частности, клятвы как раз на свиной башке, на кабаней башке. Ну, видимо, потому что, говорю, связано с фрейером. Вот, либо на кубке. Можно еще на священном кубке. Это, ну, например, в саге о Хёрвере и Хейдрике можно такое встретить. Вот. Да, значит, от слова «йоль» образовано несколько любопытных слов, несколько слов, указывающих, например, на то, что, видимо, на «йоль» считалось, что нельзя ни в коем случае враждовать. Что вот есть такое понятие «йольский мир», ну, «йолефрид», то есть «йольский мир», и даже «йолегрид», то есть «йольское перемирие», вот буквально так. Вот, то есть никакой войны. Интересно, что, например, в некоторых текстах, например, в перечне Хелигов, в Хелигаталь, вот, 16. Сами боги называются йольскими. То есть, буквально, ну, они йольны. То есть, сами боги так названы. Вот. Это хвалебная песня в честь ярла Хакона Могучего. Вот. Значит, в 1674 году Кристофер Арнольд упоминает духов и недобрых, и незлых, которые особенно пребывают в воздухе в период рождения Христа, и называются они... Йольна Фолькер, то есть йольский народец, буквально. То есть вот духи недобрые, не злые. Вот. Да, вот, ну, вы видите, одно и то же, вот напряжение, вот некое напряжение повисает в воздухе. Еще одно, это, конечно, приход йольских хозяев. Там тоже есть йольские парни, так называемые, братья, которые куролесят на Йоль.
Но вот этот градус Йоль, безусловно, повышается от дикой охоты, от Одина. Дело в том, что сам Один, один из его хейти, ну, одно из его прозвищ, это буквально Йольнир, Йольский. Его прям так и называют, Йольский, то есть Один Йольский. Вообще в зиму, и особенно на вот эти 13 ночей, вот в этом, а вы понимаете, что такое скандинавские зимы, да, вот, ну, там, ну, то есть сейчас это не очень понятно все, хотя и у нас тоже было вполне когда-то понятно, как мне недавно Иван Васильевич Панкеев сказал, говорит, ко мне, говорит, подошла внучка и сказала, папа, о, дедушка, говорит, ты правда жил еще тогда, когда на Новый год всегда был снег? Вот, и он говорит, в этот момент я действительно понял, сколько мне лет. Вот, сейчас это немножко трудно ощутить, но, конечно, вот в этих вот, ну, в исландских, в норвежских, в шведских ночах, вот, когда уже все зашкаливает, вот эти метели, бури, вот в этих бурях несется дикая охота. Что такое дикая охота? Это Один со своей свитой мертвых. Они несутся, и с одной стороны их боятся, тут тоже с ними все не так просто. Вот, по поводу дикой охоты и ее предводителя все не так просто. Ну, например, это войско именно мертвецов. Ну, например, в Страсбургской хронике 1516 года говорится, что женщина видела среди воинства своего мужа, чья голова была разбита на куски во время войны. Вот она видела его среди вот этой вот толпы, вот этих воинов несущихся. Значит, одна из поэм 16 века, поэма Ганса Сача, вот, описывает это воинство в подробностях, включая воронов, которые вьются вместе с ним, пытаясь выклювать эти самые глаза. Кстати, один из спутников Сьюзен у Пратчеда ворон. И там эта тема специально обсуждается, ведь вороны спутники бога Одина, и Пратчет и эту тему тоже обыграл. Только он там Одина Одином не называет, а так. Вот. И да, и вот в этой поэме, что говорится, что в этой, вот в этом полчище, они как будто, главный герой, он видит повешенного в этот же день. То есть он с утра был на повешении человека, и его повешенного видит вот в толпе этих. То есть никаких сомнений, что эта толпа мертвых не вызывает совершенно. Она всюду описывается именно как толпа мертвецов. Каково к ней отношение? Оно разное. У разных людей разное. Описывается... Ну, видимо, люди с каким-то таким более-менее шаманским даром, которые приветствуют эту толпу. В эту толпу можно вскочить. Вот любопытная тема в фольклоре. В нее можно вскочить. Тоже, ну, например, в хронике Циммернов, это 16 век, написанный Кристофом фон Циммерном. Вот, так вот он говорит, что... А, нет, это, простите, не в его... Это здесь я ошибся. Ну, сейчас долго искать. В общем, потом могу посмотреть. Значит, женщина, которая упала и лежала сутки. Она лежала сутки. Вот. И думали, что она умерла. Вот. А когда она пришла в себя, она рассказывала, как она носилась с дикой охотой. Вместе, что она была с этим воинством мертвецов. У нее сутки были вот эти вот видения. А на кого она охотится? Почему так? Ну, в принципе, охотятся-то, естественно, кого так охотятся? Конечно, живых, поэтому их и боятся. Вот, но есть те, кто боится, а есть те, кто знает, что с этим делать. Вот, и те, кто боится, они запирают двери. И поэтому на Йоль нередко вот эти все предохранительные, значит, вещи от охоты, ну, совершенно обычная вещь. Сейчас я где-то даже, у меня здесь это было подчеркнуто. Ну да, в Померании, например, запирают двери для защиты детей, чтобы их не унес охотник. В Бохуслане, в Швеции, говорят, что Один едет по воздуху и берет разные создания и забирает детей с собой. В Дании есть две противоположных традиции. В домах, что построены вдоль дороги короля Вольдемара, должны быть открыты двери, чтобы охота могла свободно проехать. То есть
Вот эта амбивалентность, понимаете, она вот, ну, здесь, понимаете, здесь все на грани. Здесь нету четких ответов, здесь есть вот это сплошное скольжение. Скольжение вот по тонкому. Здесь нельзя ничего определить. Понимаете, здесь и так, ну хочешь открой, что называется. Хочешь попробовать, открой дверь. Вот, поэтому с одной стороны ее приветствуют, как нечто положительное. Почему? Ну, я просто долго рассказывать, это целые лекции по Скандинавии, откуда берется образ дикой охоты. Это же не, тоже не просто так сложившаяся какая-то история красивая. У нее есть древний, серьезный прототип фактически. Вот, поэтому, ну, хочешь, открой. Но, видимо, для людей вот с такого, я бы сказал, склада тонкого, назовем это аккуратно, эта дикая охота была частью именно такого ритуального принятия Йоли. Так вот, в Дании, с одной стороны, вдоль дороги короля Вольдемара должны быть открыты двери, чтобы охота могла проехать. Но одновременно с этим бытует поверье, что двери должны быть заперты, так как если войдет Один, то принесет несчастье. Все эти рассказы о дикой охоте, опять-таки на немецком языке, у Яна де Фриса в статье «Воден und die wilde Jagd», то есть «Один и Воден и дикая охота». У него есть целая статья, где он все эти мифы, легенды собрал вот просто по источникам. Кто что говорит. Вот. Эту, естественно, охоту кормили. Потому что вот эта вот традиция принести мертвым жертвы, да, вот здесь это уже вот так, то есть им выставляли еду, вывешивали ее за окно, закрывали при этом дверь, но еду оставляли там. Вот, чтобы они насытились и ушли. Потому что, с одной стороны, их боятся, а с другой стороны, также есть предание, что вот в эти дни какой-то мертвый явился там своей супруге. И они хорошо вечерком посидели. Ну вот здорово же. Здорово. Вот, вот кому-то вот так, а кому-то вот по-другому. Вот, но это вы видите, это фольклор. Это фольклор, в котором вот эти все идеи, все вот эти ритуальные моменты, они, конечно, уже преобразовались в такие, ну, сюжеты, полусказки. Вот, друзья. Ну и, наверное, на этом-то я и пожелаю вам хороших святок, хорошего, доброго Рождества. Хорошего Нового года. Спасибо вам, что вы пришли. Я надеюсь, что вам было не скучно, познавательно. Может быть, вы что-то для себя открыли. Но в любом случае я старался. Спасибо, друзья. Если есть вопросы, отвечу. Вам спасибо. Чего, изменить судьбу в смысле? Просто напрягитесь и тырпитесь. Можно задать вам вопрос немножко не по теме? Вот вы читали текст египетский, там почему-то упоминалась страна Пунд. Я думала, страна Пунд это такой как бы был магазин для Египта, а почему она вот с религиозным текстом? Затем секс. Затем секс. Затем секс.